Добрый вечер, я Алексей Пивоваров. Это программа «Капитал.ру». Серия фильмов о самых ярких бизнесменах России. Нам интересно не их место в списке Forbes, хотя почти все они там есть, а то, как устроен и как работает их бизнес, сделавший этих людей первыми лицами второго русского капитализма. Вот человек. Он толстенький, одел цветастый шарф. Вот не это, а именно цветастый шарф. Вот так он повязал. В принципе, это... некий аномальный со среднестатистическим образ. В Милане вечереет. На этой улице, на Монте-Наполеоне, русских не меньше, чем итальянцев. Это сюда они едут за Этро, Дольче и Габбаной, Армани, Кенза. А вот владелец бутика Кенза. Открыв его, Михаил Куснирович вернул свой розничный бизнес на его историческую родину, потому что с итальянской одежды и началась компания «Боско ди Чильеджи». Не то чтобы я особенно к этому стремился, у меня не было для этого ни физических данных, ни образовательных, химик-технолог с профессией такой на грани между полувоенной профессией и сельскохозяйственной. Тогда была необходимость вот взять на себя ответственность. И это и есть предпринимательство, собственно. Принадлежащую Михаилу Кусневичу группу компаний «Боско ди Чильеджи» входит 230 магазинов одежды, аксессуаров и косметики в 21 городе России. Также «Боско ди Чильеджи» принадлежит контрольный пакет акций «ГУМа», салоны красоты, часовые и ювелирные бутики, аптека, гастрономы, стоматологическая клиника, рестораны и кафе. Под собственным брендом компания выпускает спортивную одежду, в которую одеваются олимпийские сборные России, Украины и Испании. А вы можете сказать нормы прибыли примерно на этом рынке? Правду, какая? Честно. Сколько она? По EBITDA, то есть это до налогов и до амортизации, 15, 17, 18, максимум 20%. А уже после всего сколько остается продавцу? Половина. Соответственно, где-то 7-8%. Да. Здесь, в миланском Кенза, как и вообще в Милане, дорогие вещи заметно дешевле, чем в Москве или Питере. Открывая этот бутик, Куснирович в том числе ориентировался и на российских клиентов, которые едут за люксовыми брендами в Италию, чтобы сэкономить деньги. В Италии, вообще в Европе, приняты цены для такого-то рынка и вот эти коэффициенты. Здесь, на родине производства, это, конечно, меньше, чем в Японии, чем в Америке, чем в России. Где-то вот этот коэффициент содержится 2,5-2,8. То есть ты покупаешь за 100 евро и продаешь за 200, соответственно, как мы узнали, 80. Чтобы перевести к нашим ценам, нужно добавить транспорт, таможню и НДС, и получится, что это стоит не 280, а 340. Цена, скажем, кофточки зависит не только от того, где она сделана, из чего и как. Цена сильно зависит от бренда. Ясно, что кофточка «Просто» и кофточка «Кенза», хотя сшита она, возможно, в том же Китае, по стоимости различаются в разы. И дело здесь не только в статусе и дизайне. Известный бренд – это знак качества, ведь и в Китае есть разные фабрики и разные портные. Раньше не было вещей, и мы к этому привыкли. Мы забыли, что и денег раньше тоже особо не было. Но почему-то вот этот переход, когда вещей стало вдосталь, заработать деньги или вообще благополучие материальное, как бы небольшое табу. Об этом неловко сказать. Что, знаете, очень хорошо, но дорого у вас. Более того, здесь у них принято даже выставлять, видите, цены, да, на витрине. А у нас такого нет, у нас как-то стыдятся. Более того, у нас частенько стыдятся просто спросить, а сколько это стоит? Ты давно хотел выяснить. Вот как это образуется? Вот 445 евро. Почему там не 450 и не 440? Почему там именно 5? Откуда вот такая вот... Ну, 5 – это, опять же, обычные такие вещички, которые говорят на... диспари, то есть это нечетные цифры, реагируют лучше. То есть 447 стоит около 400?
Или около 440, да, а не около 450. Ну, и это тоже, конечно, но вот 444 – это прямо такое шершавое число. Можно его как-то не взлюбить. А 443 уже можно. Как почти все российские бизнесмены первой волны, Михаил Куснерович – самоучка. Первым местом работы химико-технолога был Большой театр, точнее, тротуар возле него. Сказать, кем служил? Держите тогда. Вы сейчас сами прочитайте, кем я служил. Кто готов громко я читать? Я готов, давайте. Министерство культуры СССР, Государственный дважды ордена Ленина, Академический Большой театр СССР и Кремлевский дворец съездов. Это давало пропуск в Кремль, да? Конечно. Удостоверение 3446. Товарищ Куснерович Михаил Эрнестович является дворником. Действительно, по 31 декабря 1992 года. В дворнике Куснерович попал не от нужды. Нет, он из семьи, как раньше говорили, технической интеллигенции. Родители с детства водили сына по театрам, но в конце 80-х билеты на лучшие спектакли было не достать, а дворнику Большого полагались контрмарки. Именно они помогли Куснеровичу ухаживать за будущей женой. Один из вечеров, я уже на 6-м курсе, мы договариваемся с Катей, что встречаемся, и вечером идем в театр. И вот я приезжаю чуть пораньше, билеты, естественно, у меня, и вдруг я вижу, что весь этот сквер, 88-й год на дворе, весь этот сквер, он оцеплен, и сюда никого не пускают. И вдруг я вижу на ступеньках между колоннами разъяренный бегает, такой растерянный, даже не разъяренный, а растерянный, тогда главный администратор был Романенко. И вдруг блеск в глазах, он видит меня, бежит, хватает за шиворот и тычет в лужу. Вот здесь, прямо посередине, огромная лужа такая, настоящая майская лужа. Я говорю, не могу, при чем здесь я, вы что, уже все, дождь, мне встречать. Говорит, ты ничего не понимаешь, будет Горбачев и Ярузельский, они сейчас приедут. А тут лужа? Тут лужа, это был просто... В общем, какими-то чудесными. Я в белой рубашке, все. В общем, ничего страшного, халат сверху. Лужа была разметена. Мне тут же он вынес билеты, уже не контрамарку где-то стоящую на ярусе, а билеты в бильетаж. 12-я ложа рядом с царской. С Горбачевым. С Горбачевым. Ваша жена тогда решила, что она за вас выйдет? Нет, моя жена позже решила, что она за меня выйдет. Более драматическая была ситуация. Вместе с женой Куснерович и создал компанию «Боско ди Чильеджи». Это вообще семейный бизнес, и жена в нем, говорит Куснерович, самый главный человек. Кроме нее в «Боско» работают сестра, брат, свекр, тетя и даже мама Куснеровича. Сейчас в бизнес вводят старшего сына Илью. Он на первом курсе и уже ездит с отцом в командировке. Вообще сложно, конечно, потому что все-таки как-никак, мне кажется, у моего папы есть успех в том, чем он занимается, и не хочется, так сказать, просто перенять его. Хочется, если честно, стать круче потом. Я знаю такую аксиому, вроде бы аксиому, что на дружбе бизнес не сделать. Это теорема. Это теорема, и я, например, это обратного. И не на дружбе бизнес, а на бизнесе дружба, например. Просто надо договориться. Надо в начале пути сказать, что в части собственности обстоит дело вот так. Но в части жизни, управления, радости это совершенно не так. Это не... Нет этого водораздела. Членами большой семьи Боско считаются все постоянные клиенты компании. Их посвящение начинается с заполнения анкеты и получения зеленой корочки. За 20 лет работы таких родственников у компании набралось около 200 тысяч. Об их привязанностях, склонностях и слабостях Куснерович говорит, как заботливый отец. Мужчина очень падок на детали, значительно капризнее, чем женщина.
Серьезно, я всегда считал, что наоборот. Мужчины более привередливые ребята. И поэтому вот сама вещь очень важна, а детали важны. Ну скажите, ну кто обратит внимание из женщин? Вот смотрите, здесь пуговицы на пиджаке. Вот, что называется, извините, у приличного костюма они должны непременно расстегиваться. Тогда понятно, что этот костюм сделан специально для этого человека. Так, костюм. И что, и женщины на это не обратят внимания? По большому счету нет, конечно нет. А для мужчин клиентов это важно? А для мужчин нечего, некуда больше развернуться. Ну вот он на это обратит внимание. Он обратит внимание, там, как на пуговице сделана вот эта вот стежка. Если она, не дай бог, сделана, вот, знаете, так, крестом, так, то это точно не то, что нужно. А вот эти вот детальки, буковки, они на сколько цену вещи повышают? Они повышают в первую очередь цену бренда. Потому что цену вещи повышают объективные условия. Даже шарф, учит Куснирович, должен говорить, куда, зачем и с каким настроением идет его хозяин. По одежке владелец Боска встречает профессионально. Что по мне можно сказать, по тому, как я одет? Ну, смотрите, во-первых, вы совсем не являетесь фетишистом в области вот такого одевания себя. Да, это правда. Хотя вам это не безинтересно. Тоже верно. Это курьезно, я бы сказал. Ну, все правильно. Вот. Да. С другой стороны, как журналисту, который едет за 3-9 земель, летит, как называется, в один из центров моды в Милан гулять по Монте-Наполеоне, в принципе, как работать вот над образом, как войти в кадр, можно было бы работать над гардеробом. Что там, не знаю, пиджачок, рубашечка? Ну, я могу его сейчас одеть, как должен был выглядеть бы журналист, который, в принципе, готов поговорить про моду. Ну, мы теперь, мы этого уже не избежим. Конечно, да. Вы меня оденете. Отлично, да. Мы куда пойдем? Одеваться? Можем в Этро пойти. Пойдемте. В Этро, хотя это и не его магазин, Куснировича встречают как босса. Видно, знают и уважают. С продавцами он говорит на итальянском. Хотя и русский в этом одном из самых шикарных миланских магазинов обязательно рабочий язык. Для меня роскошь – это свобода выбора. Это очень важно. Вот настоящая роскошь – это выбрать веселую вещь или задумчивую, дорогостоящую или демократичную по цене. Вот это настоящая роскошь. То есть может быть роскошно и недорого? Конечно. Может быть, если это ваш выбор. Куснирович вот так продавцом у прилавка сам никогда не работал, но с удовольствием входит в образ. Ни камеры, ни директор магазина за ним не успевают. Ну вот смотрите. Только вы сейчас одевать будете? Да, я, конечно, надену. Я бы, готовясь вот к встрече с прекрасно, для такого вечернего, субботнего репортажа на улицах Милана, вот рискнул бы так взять и одеться. Какой у вас размер ноги? Чуть маловато. Чуть маловато. Чем он отдалил? 48, сеньоре. Просто subito il calzante. Anche questa è molto bella, crea un effetto particolare con la fibbia. Я уже по-другому совсем себя ощущаю. Прям совсем по-другому. Надо сказать, непривычно. Блин, оп. Ну, собственно, и все. Я знаю такую поговорку, дорогое всем к лицу, это правда? Но я не могу не спросить, сколько стоит вся моя одежда. Сколько стоит ваша вся одежда? Недорого. У Куснировича есть своя теория о фазах продаж. Первые 5 – от входа покупателя до момента, когда он после долгих примерок на чем-то остановился. Допустим, вам это понравилось, вы не захватили с собой портмоне.
я не должен бровью повести, что клиент сорвался. А, то есть вы не должны делать так? Типа, будут деньги заходить. Да. Нет, ну что вы, нет. Одежда, которую продает Боско, она и в России, и в Европе по карману меньшинству населения. Тут цена шарфика может быть равна зарплате бюджетника. Но к концу сезона все эти вещи имеют свойство сильно дешеветь. Устаревшие коллекции Боско отправляет в свои скидочные магазины. Они называются «Rimanenze Dolce», прямой перевод русского «остатки сладки». «Остатки сладки» — это такой довольно востребованный проект, который у нас оказался. С таким подстрочником «Хорошие вещи для умных покупателей». Там действительно очень хорошие вещи. Они действительно продаются по тем же самым стандартам Боско. Там точно так же лежат трюфеля. Только вещи стоят дешевле. И вешалки, может быть, действительно пластиковые, а не деревянные. А вот люди, которые туда приходят покупать, клиенты, это те же самые, кто ходит в основные магазины, или это, что называется, попроще публика? Мне бы очень хотелось, чтобы это была одна и та же публика. Ведь, откровенно говоря, может быть, это крамола, особенно в нашем модном предпринимательском бизнесе, но черные брюки, даже женские, они все время черные брюки. И ничего зазорного я не вижу в том, чтобы на них сэкономить в два раза. Но вы на этом же тоже ведь зарабатываете? Нет, я на этом не теряю. Вот в чем радость? Заработок — это когда я сделал коэффициент. Я купил за 100 рублей и продал за 200. Здесь есть заработок. Если я купил за 100, не продал, и потом продаю за 100, я же не зарабатываю, я не теряю. Более того, за мой счет идет аренда, персонал, свет, газ, реклама и все остальное. Поэтому это минимизирует мои убытки. А есть статистика, сколько вот из сезона вещей не продается? Есть, конечно, это самый важный показатель. Если не продается 10%, это приемлемо. А что тогда происходит с теми вещами, которые в остатках сладких не продались? Бедным людям. Благотворительность. Ну, будем считать, да. Это просто помощь. Всю эту бизнес-модель Куснирович создавал по наитию, методом проб и ошибок. Теперь пришло время системно передавать знания. Уже 2 года он ведет мастер-классы в бизнес-школе Сколково. Куснирович – один из ее учредителей. Потому что все, что мы сейчас видим, это... вообще-то частные деньги, 15, сейчас уже 19. В том числе и ваши? Да. Вы много вложили? Ровно столько, сколько все остальные. Но это большие, да, достаточно деньги. А можно сказать, о каких? Ну, наш первый взнос, сейчас это уже больше, в самом начале взнос составлял 7 миллионов долларов. В 2006-м здесь заложили первый камень, в 2009-м набрали первых студентов. Мастер-классы им читают лучшие бизнесмены страны, а попечительский совет возглавляет Дмитрий Медведев. Такая серьезная, на мой взгляд, проблема – это нынешнее поколение, вот моего сына и старше, нет желания становиться предпринимателем, есть желание работать в государственной сфере. Ну, это очень объяснимо. Есть желание работать на крупнейшие корпорации, получать большие деньги, мало за что отвечать, так удобней. Этот инфантилизм не здорово для нашей страны, не здорово для нас с вами. Но вы знаете, один из главных доводов, который приводят скептики в отношении Сколково, что невозможно на отдельно взятой небольшой территории построить другую Россию, которая будет окружена той Россией, которую все мы знаем. А эти скептики, то есть, знают, как построить ту самую Россию на всей территории? Тут хотя бы это скорее философский вопрос, можно ли что-то вообще построить. Тут хотя бы на четко ограниченном пространстве есть желание взять на себя ответственность.
Из своих 20 с лишним студентов Куснерович для работы в Боско присмотрел пока только одного. Хочет взять его в ГУМ. Это визитная карточка и фасад компании. Куснерович здесь главный акционер и основной продавец. В цифрах ГУМ – это 40% его бизнеса. Но как измерить антураж и шик? Шутка ли магазин на Красной площади и офис с таким вот видом из окна? Не могу в таком месте не спросить, не давит ли, собственно, место на вас. Да нет, наоборот. Это место заряжает. У меня папа работал недалеко, здесь в Рыбном переулке, рядом с гостиным двором. Строитель, сельское, министерство сельского строительства. И он говорит, я так близко работаю к Кремлю, к Красной площади, что вот вообще уже ближе не бывает. И когда мы впервые открыли свой магазин, первый в ГУМе на Красной площади, и это стало ближе, я сказал, пап, ну вот пойдем посмотрим на витрины. Мне не давит это место, я люблю сердце нашей Родины. Я с удовольствием, с увлечением смотрю. И не знаю, помогает мне это или нет, но мне интересно. Торговые ряды в этом месте существуют столько же, сколько сама Москва. Годом основания ГУМа считают 1893. Магазин с видом на Кремль просуществовал до 1931 и был по сакральным причинам закрыт. Негоже храму торговли стоять напротив мавзолея. Решение об открытии ГУМа Политбюро приняло через 2 недели после смерти Сталина. Это было одно из первых ласточек оттепели. В Москве на Красной площади открыт крупнейший в стране универсальный магазин. Пока магазин работает на главной площади страны, то это страна, в которой человек, мягко скажем, не безразличен. Вот заметьте, с 31 по 53 года точно был безразличен. Не было магазина. Может быть, это наш какой-то цеховой взгляд на вещи, но, поверьте, это имеет под собой какие-то основания. В 71-м была еще одна попытка закрыть ГУМ. Тогда его спасла дочь генсека. Галина Брежнева отоваривалась в 200-й секции. Был тут такой номенклатурный распределитель. Вот та самая 200-я секция, куда приходила Галина Брежнева, где она справляла свою шубу. И то, с чего началась вся история наша в ГУМе. Под Новый год 94-го, 95-й. Я пришел сюда, мы наконец подписали договор. И в самом начале 95-го года открыли этот магазин. Наша вся идея Боско ди Челеджи, фэмили, она основана на семье. Там, где папа, мама, я, вот такая вместе дружная семья. И поэтому наш такой большой концептуальный проект, он и был с самого начала ориентирован на дитя, на его маму и на его папу. Это может быть не в буквальном смысле, но вот как-то очень хотелось бы. За 3 года до этого, в 91-м, Куснерович с партнером открыли фирму, которая поставляла аттракционы в парк Горького. Первые американские горки Куснерович привозил на родину из Италии. Так у него появились нужные связи. И те же самые итальянцы, которые проводили аттракционы, они оказались еще и представителями больших крупных компаний по производство мужского итальянского трикотажа. О, да. 91-й год. Мало того, что ломается страна. Вообще много всего происходит. И одним из первых таких негативных событий это рушится Внешэкономбанк. Угу. Рушится вообще вся система торговли с этой Западной Европой. Все эти внешпосылторги, разные экспорты, все, они не существуют. А товары уже завезли. И дальше надо что-то с этим делать. Назад их не повезешь. Кто их будет здесь продавать, непонятно. Вы вовремя оказались в нужном месте? Ну, пожалуй, что да. Случайно. Вскоре Куснерович продавал в России итальянский текстиль и завертелось. А вот то, что называется лихие 90-е, вас коснулись там? Крыши, бандиты? Это какое-то то ли сумасшедшее везение, то ли такая наивность, но даже в парке Горького это не коснулось. То есть были моменты, это еще был даже 93-й год, когда в день ко мне могли прийти
там, не знаю, 4, как тогда называлось, бригады в кабинет. Не то чтобы бить или ставить тюги на живот, а просто типа разговаривать. Потереть. Ну, я не знаю, как это получилось. Вы можете в это не поверить. Или, может быть, они сейчас проснутся, увидят вашу телепередачу, придут и скажут, что я им задолжал. Сейчас-то они уж все лежат, наверное, да? Скорее, в земле сырой. Ну, не было этого. Я действительно никому так счастливо сложилось, что никому не пришлось ни платить, ни унижаться, ни договариваться. И вообще, я думаю, что это сильно преувеличено с помощью вот искусства телевидения, кино, еще чего-то. Сам Куснирович всей этой итальянскостью и модностью проникся, конечно, раньше других, но тоже не сразу. Он говорит, что в юности не особо тянулся к фирме, как называли тогда контрабандой завезенные бренды. Ну, джинсы были, у меня были одни джинсы. Дедушка привез их из Америки, я очень гордился. Две пары у меня было. Одна была вельветовая пара, и одна вот настоящая Levi's, раньше назывался это Levi's. Угу. Да? И я, когда ехал в метро, я помню, мне казалось, что все на меня смотрят. Ну, все, ну, потому что вот джинсы такие классные. Теперь за вещи у Куснировича отвечают специально подготовленные люди. Они называются бренд-менеджерами. Их работа – отбирать в новых коллекциях то, что будет хорошо продаваться в России, и не отбирать, что не пойдет. Полагаются ли они на опыт, на калькуляцию или на интуицию, Куснирович судит по результату. За хорошие продажи, то есть раскупленный товар, бренд-менеджер получает премию. За плохо раскупленный – извещение о несоответствии занимаемой должности. Бизнес, что семейный, что сталелитейный, вещь жесткая. Объясните, пожалуйста, вот есть большой известный бренд, не знаю, там, Этро или тот же Кенза. Зачем ему, у него есть свои магазины, достаточно много, там, свои бутики, он сам продает сам себя. Зачем ему нужны вы, как продавец, для чего? Ну, как раз для того, чтобы продавать. Для того, чтобы переложить на нас ответственность работы с покупателем. Представьте себе большой Кенза очаровывает меня. Ну, вот я один такой человек. Рядом со мной еще там, группа моих сотрудников, 5-6-10 человек, ответственных за закупки. Вот достаточно очаровать нас, переложить ответственность. А теперь вы очаровываете вот те 200 тысяч. Значит ли это, что такой крупный продавец, как вы, может раскрутить совершенно неизвестный бренд, там, не знаю, какой-нибудь Джон Попель, до масштабов Кензо, хотя бы там в отдельно взятой Москве? Я скажу так, если продукт есть, хороший торговец обязан это раскрутить. Став в 2004-м главным акционером ГУМа, Куснирович воссоздает тот магазин, который помнит с детства. Те же витые надписи в витринах, тоже мороженое в вафельных стаканчиках и те же встречи у фонтана, которые на Новый год переделывают в сказочный домик. А в гастрономе номер один все те же сгущенка, тушенка и шпроты. Ну, это хрестоматийный кадр, это совершенно из детства, это то, что мы сейчас с вами попросим. Можно вас попросить, здравствуйте, в граненых стаканчиках 2 томатных сока? Я правильно понимаю концепцию, что это попытка вернуться в собственное детство? Причем это даже не в то, которое было на самом деле, а которое вот, хотелось быть. Да, которым хотелось ведь, жить. Здесь же был гастроном, и он был для всех гостей столицы. И были огромные очереди. И было немножко, наверное, колбасы. Ну, совершенно точно я могу сказать, что таких гастрономов не было ни в ГУМе, ни вообще в Советском Союзе нигде. Ну, нам хотелось бы, чтобы такие гастрономы были. Это скорее, знаете, на что похоже? Гастроном из книги о вкусной и здоровой пище. Так это он и есть, конечно. Продавая бренды, Боско в 2001-м и сам стал брендом. В форму «Боско Спорт» теперь одевается Олимпийская сборная России. Я не знаю, может быть, телезрители не в курсе, но для того, чтобы одевать нашу сборную, это не мы получаем контракты, деньги, а мы их платим.
То есть вот вся эта форма – это за наш счет плюс деньги за то, чтобы их носили. Поэтому... А разработка дизайна? Это мы все делаем. То есть вот все-все-все это такая оригинальная продукция. И для того, чтобы эта оригинальная продукция оказалась на олимпийцах, нужно многому, много постараться. А сколько стоит? Вот прямо интересно. Ну, он стоит недешево. Он стоит 8 950 рублей. Совсем недешево. Вы платите, как мне кажется, вы платите за желание быть вот на самой вершине вот этого всего олимпийского спортивного движения. На себя немножечко примерить те эмоции, ту радость выхода на олимпийский стадион на параде открытия или на пьедестале. То, что мы умудрились вообще перевернуть ситуацию, когда на Олимпиаде 80 любая заграничная маечка казалась пределом мечтаний, то сегодня наша маечка во всех олимпийских столицах, ну, хоть это не очень скромно, но предел мечтаний. В этой российской коллекции для российской сборной российского покроя только футболки и полотенце. В остальном отечественная текстильная промышленность в бизнес-схему Боска никак не вписалась. Насколько безнадежен наш автопром? По-моему, совсем безнадежен. А насколько безнадежно самолетостроение? Ну, оно уже почти умерло. За редким исключением. Ну, почему тогда именно портняжное искусство должно быть непременно в России? Ну, почему? В новостях с Олимпиады может не быть ничего о российских медалях, но о российском размахе будет точно. Русские дома, центры светской олимпийской тусовки, где водка рекой, а блины горами, открывает и финансирует тоже Куснерович. Когда после ванкуверского фиаско страна алкала виноватых, то досталось и ему. Не по адресу, конечно, но в том, что Куснерович умеет устроить праздник, с этим не поспоришь. Для чего делаются посольства, торгпредства, год России во Франции и Франция в России? Именно для того, чтобы мы стали ближе и понятней людям с планеты Земля. Вот только для этого. И это происходит. Через пару минут Куснерович расскажет, с кем договаривался об открытии катка на Красной площади и поделится своими планами на Пушкинский музей. Глава Боска Михаил Куснерович бесспорно один из самых колоритных российских бизнесменов. Вот он в красном от мороза колере руководит открытием Боска-катка. Все эти актеры, режиссеры и телеведущие тут не за деньги, а по дружбе и по-семейному. Ведь они все члены Боска-фэмили. Насколько сложно было пробить каток на Красной площади? Ну, сложно. 3 года. С ФСО решали вопросы, с охраной. Честно? Честно. С президентом. Разрешение на каток и вообще на все, что происходит на Красной площади, дает президент Российской Федерации. Ну, я думаю, что в принципе правильно, чтобы у Красной площади был один хозяин, и это правильно, что это, наверное, глава государства. То есть это как вы, как в случае с Пушкиным. Он либо ваш личный цензор. Но я думаю, что здесь не было вопроса личного цензорства. Здесь 3 года потребовалось для того, чтобы объяснить, что мне правда ничего не нужно, кроме как того, чтобы здесь был каток на Красной площади. А в чем подозревали? Да ни в чем не подозревали, просто это не совсем понятно. Зачем тратить довольно много денег личных? А много, кстати, денег? Ну, да. Для того, чтобы все это работало в течение 3 месяцев, нужно довольно много денег. Ну, примерно, порядок, скажите. Ну, несколько миллионов. За сезон, да? Да. Несколько миллионов долларов стоит каток в минус, естественно, для нас. Но это как... Вот почему-то считается, елка и каток
перед Рокфеллер-центром, это вот Рождество пришло в Нью-Йорк. А здесь Новый год пришел в Москву. И снег кружится, и серебрится, и елка, и каток, и на Красной площади. И в 4 раза больше, чем перед Рокфеллер-центром. Я вот сейчас, знаете, о чем подумал? А вы как считаете, пора Ленина выносить из мавзолея? Как сосед? Он вам мешает? Ну, я здесь не работаю рядом. Но мне он точно не мешает. Он не мешает, он... В смысле энергетики, вот если... И в смысле энергетики он мне не мешает. Вот в этом и есть свобода выбора. Сногсшибательная. Когда есть каток, когда Лалайла, и когда там есть Ленин. Для кого-то важный, стоящий персонаж, которому надо прийти и поклониться. Ну, давайте чуть более толерантными. Он не провоцирует людей на совершение нехороших дел. Все нехорошее, что было, уже совершено. Сейчас надо немножко с этим делом успокоиться. И наш ответ Чемберлену или Ленину – это будет каток. Вот и все. И по замаху, и даже внешне Куснирович похож на российских меценатов позапрошлого века. Само название «Боско ди Чильеджи» в переводе с итальянского «черешневый лес» – чистая чеховщина. Вишневые же сады Куснирович насаждает в буквальном смысле. Посадка деревьев – обязательный ритуал ежегодного фестиваля искусств «Черешневый лес», который Боско проводит уже 10 лет. За это в компании отвечает Эдит Иосифовна Куснирович, мама. И, конечно же, это абсолютная подпитка энергией от замечательных друзей и вот великих культурологических наших современников. Это Олег Иванович Янковский, мой вот друг и соратник по «Черешневому лесу». И первый раз в этом году мы проводили «Черешневый лес» без него, его не стал, и замечательная Галина Борисовна Волчек, и Олег Меньшиков, и Ингеборга Дапкунайте, и Леонид Геннадьевич Парфенов, в конце концов. Красивый фон для интервью – это греческий дворик Пушкинского музея. Куснирович преклоняется перед его директором Ириной Антоновой и входит в его попечительский совет. Как и в Сколково, это означает «помогает деньгами». В ближайших планах попечителей – создать вокруг музея целый квартал – выставок, галерей, магазинчиков и кафе. А для вас вся эта история, связанная с Пушкинским музеем, это тоже некоммерческое предприятие? Ну, конечно. Ну, а какое? 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 Поверьте мне, пальто лучше будут продаваться в ГУБе, чем в Пушкинском. Я не в таком прямом смысле. А в каком же еще? Ну в каком еще? Я вырос здесь. Я вот совсем недалеко родился. Я ходил сюда ребенком. С точки зрения чисто бизнеса, это статья расходов, да? Ну, я считаю, что это статья таких филантропских, пожертвований в том числе. С одной стороны, это по деньгам, а по своему собственному участию, по энергетике, которую я готов передавать, и, надеюсь, передаю вот этому делу, это абсолютно такой бизнес-проект. Сегодня в Пушкинском «Боско-вечер» для «Боско-семьи». За дирижерским пультом Юрий Башмет, на конферансе Михаил Куснирович. Скажите, а вот до состояния перехода от Боско ди Чильеджи к Черешневому лесу нужно созреть? То есть это какой-то процесс накопления капитала, прежде чем начинается возгонка, как вы говорите? Или это у вас было еще до того, как вы разбогатели? Это совокупность. Это вопрос возраста, вопрос представления о прекрасном. Это гены, это деньги, это клиенты, это время. То есть когда это... ощущается просто необходимость, то стоит этого делать. Если нет такой необходимости, то
то можно заняться чем-то другим. Не было никогда бизнес-необходимости? Это, кстати говоря, и вот желание славы тоже, и вот рассуждение про Щукина, Морозова, Мамонтова. То есть это вопрос того, чем остаться в веках? Ну да, в том числе это имеет отношение к горизонту планирования. Это дети растут. Это, ну вот когда сын ходит на черешневый лес, в бабочке маленькие, бедный мальчик мучается. Ну это что-то, но останется. Никогда не было мыслей в связи с кризисом, например, как-то секвестировать или не проводить черешневый лес? У меня нет. Я несколько раз слышал такую мысль. У других, ну нет, этого нельзя сделать. Это неправильное лишение себя. Ну как? Можно, конечно, затаиться на время и не дышать, если нырнуть. Но жить-то нельзя. Поэтому вот так. Жить без воздуха сложно. Перед Новым годом у Кусневича много разъездов. Это у клиентов покупки, а у него продажи. К тому же Боско семье нужно устроить еще один праздник – новогодний бал в бизнес-школе. Тут Кусневич руководит лично. Я не боюсь шутить над собой. Нельзя вообще очень серьезно к себе относиться. Это немножечко глупо выглядит, в конце концов. А вы до того, как стали известным бизнесменом Михаилом Кусневичем, также к себе относились? Да. Или это приходит с каким-то финансовым состоянием? Нет, это сразу.